Говорит Ленинград, московское время, 00:01. В эфире программа «После полуночи». Сегодня мы открываем новый цикл передач для тех, кто спит. Дорогие радиослушатели, сегодняшний концерт составлен по вашим заявкам. Группа научных сотрудников НИГРИГИ «Профторгломобл-фанеры» проводили в заслуженный отпуск старейшую револьверщицу револьверного цеха Анну Анисимовну Косых. Сейчас наша Анка-револьверщица, так любовно называют ее товарищи, отдыхает по горящей путевке в Дибунах. Передайте для нее что-нибудь козловское, пишут они. Дорогая Анна Анисимовна, мы выполняем заявку ваших товарищей. В эфире народный артист СССР Иван Семенович Козловский. Итак, спите и слушайте, Анна Анисимовна. Люблю весну в начале мая, и сердце бросится в полет. О том, что есть и что уйдет, я вам друг. Вторым дыханием и третья молодость придет. Музыкальную редакцию пришло письмо следующего содержания. Дорогая музыкальная редакция, у меня нет адреса Леонида Утесова, поэтому я обращаюсь к вам. Передайте ему мою просьбу. У меня растет сын, и я, как всякая строгая мать, должна признаться, что он так же талантлив, как и сам Утесов. Попросите товарища Утесова, чтобы он выслал деньги на аккордеон для моего сына. А еще лучше, если он его сам купит и вышлет мне, потому что в музыке он разбирается лучше меня. Жду аккордеона, как соловей лето. Зазнобина Л. Дорогие товарищи радиослушатели, вы, конечно, понимаете, что такое письмо — явление редкое. Его можно отнести к разряду курьезных писем. Но зато огромное количество теплых писем мы получили от слушателей, которые вновь хотят услышать голос старейшего мастера эстрады Леонида Осиповича Утесова. Как много зрителей хороших, как часто вспоминаю вас, и в зной зимнею порошей к вам спешил и пел для вас. А я и мой джаз. И до сих пор глядят с экрана глаза веселых тех ребят. Их можно встретить утром рано, но только в обществе внучат. И спеть я рад. Да, жизнь я долгую прожил, дорога джаза мной открыта. Всегда я с песнею дружил, и песня эта не забыта. Ведь душу я в нее вложил, всю душу Мишки Одессита.
продолжаем концерт по заявке. Прослушайте сообщение синоптиков. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер слабый до умеренного с порывами до 120 метров в секунду. Температура воздуха от минус 5 до плюс 13 градусов. Ожидается повышение уровня воды в реке Москве на 3,5 метра и понижение уровня воды в реке Сходне на 5 сантиметров. Мы продолжаем концерт по заявкам. Перед нами письмо, написанное химическим карандашом. Пришло оно из Одессы. Дорогой концерт по заявкам. Извини, что обращаюсь к тебе на «ты», рапортую тебе. Наша рыболовецкая артель имени Тимошенко и Березина выполняет норму на 170 и более процентов. У меня есть спидолы, и я часто тебя ловлю, дорогой концерт, выходя на баркасе в открытое море. Особенно бывает приятно, когда удается поймать Клавдию Шульженко. Передайте мне ее. Извините за кривой почерк. Во-первых, качает. Во-вторых, карандаш быстро сохнет, и я его все время макаю в открытое море, чтобы язык не пачкать. И так уже весь синий от холода. Ваша Сильва Гнедых. Дорогая Сильва, нам очень приятно сообщить не только вам, но и многим нашим радиослушателям о том, что сегодня Клавдия Ивановна вспоминает об одной встрече на одном из концертов, которых было много в суровые годы войны. Тебе подарила я синий платочек, ты подарил мне кисет. Но вот сыграл гарнист свой победный сигнал, и снится мне ночью мой синий платочек. И твой старшина портсигар. Концерт по заявкам. Мы включили выступление популярного артиста театра «Румен» Николая Сличенко. Николай Сличенко адресует свой музыкальный привет всем женщинам. Родные, вам я подарю все закаты расписанные солнце и зарю, заберусь на телебашню и не побоюсь, и поклонюсь там всегдашним в пояс поколоню. Вам, как добрый весенник, принесу с собой огневую песню и простор земной, синее облачное небо и дурман лесной. Парень я бедовый, все достану я, только родного нет у меня. Ах ты, Юрий долгорукий, одолжи-ка
шляпа моряков рыболовецкого траулера принцесса Турандот передает привет и горячие поздравления своему товарищу Василию Бесхребетному, который вот уже 2 года как сошел на берег и трудится в жилищной конторе №1 города Сыктывкара, как Читавской области. Но и здесь, на скромном посту водопроводчика, он высоко несет марку моряка. Василий, ваш товарищ, написали нам, что вы слушаете по радио только те песни, которые исполняет Эдита Пьеха под управлением Александра Броневицкого. Слушайте, Эдита поет для вас, Вася. Хорошо, что поезд отдавляется, хорошо, что я смотрю в окно. Хорошо, что песня не кончается, хоть она придумана давно. Хорошо, что поезд отправляется, хорошо, что я смотрю в окно. Если популярность не кончается, значит, это тоже хорошо. Если Броневицкий улыбается, значит, все у Пьехи хорошо. Хорошо, 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 всем хорошо. Честным просьбам в концерт по заявкам мы включили выступление Людмилы Зыкиной. Людмила Зыкина очень любит город на Неве. Она часто бывает в Ленинграде с гастролями, и сегодня она вам споет об одной своей поездке по этому городу. Песни, так что зависть берет. Мне хотелось бы очень в Питер к вам прилететь, погулять белой ночью и немножко попеть. Чистякова послушать, хладнокровие храня, и надрать ему уши, чтоб не пел под меня. Перед нами еще одно письмо. После окончания школы я по радио услышала одну песню, которая мне очень понравилась. Я не знаю композитора этой песни, а также не знаю, кто написал слова. А вот кто исполнял эту песню, я тоже не знаю. Но очень хочу ее услышать еще раз. Щербинина Ф. Мы поняли, кого вы имеете в виду. В эфире певец и композитор Полат Бюльбюль-Оглы. Цитрозвонки несутся, ко мне звонить и рвутся, достать пластинку просят и просто шлю привет. С тех пор, как ты забыла мой номер телефона, мне нет уже покоя, и всем покоя нет. Толпятся в магазинах и ждут моих пластинок, всюду распевают неводимо ай. Огромное спасибо поэт Гаджи Касимов приносит композитор Полат Бюльбюль-Оглы. Кто будет на Кавказе, не проезжайте мимо и сразу мне звоните, Полат Бюльбюль-Оглы. Полат Бюльбюль-Оглы.
продолжаем концерт по заявкам. По заявке школьников-выпускников школ Псковской, Новгородской и Великолукской областей в эфире артисты театра музыкальной комедии. Они исполнят сцену и терцет из оперетты Дунаевского «Белая акация». Хотели 4 апреля, 4 апреля, ты помнишь, как хотели на танцы в Дом культуры мы пойти? На танцы не попали, билетов не достали, билетов не достали, на танцы не попали, мороженое ели ассорти. Ах, Лёша, ах, Гоша, не придумали давно пойти экскурсии в кино. Ах, Тоня, ах, Тося, не пойдем с тобой в кино. Мы съели 10 эскимо. Ну что же, прощайте, оставайтесь вместе с вашим крем-брюле. Мы передавали концерт по заявкам. Вел передачу диктор Виктор Чистяков. Сейчас прозвучал известный любителям эстрады концертный номер артиста Виктора Чистякова. Вы услышите на этой пластинке знакомые и незнакомые вам музыкальные пародии, записанные Виктором Чистяковым в разные годы на радио, телевидении и в кино. Итак, документальный фильм, посвященный творчеству композитора Андрея Петрова. В этом фильме Виктор Чистяков исполнил пародийное попурри на тему песни «Голубые города». Композитор Андрей Петров. «Голубые города». Куда? Ах, куда же вы, куда? Удалились города, где бельканта не сказка, а вы. Снятся мне чудеса, голубые голоса. А как проснусь, спевает хит. Города, где я бывал, по табличкам различал, был у них одинаковый цвет. Голубые города строят люди иногда, у которых призвания нет. В нашей памяти всегда остаются города, где мы куклам варили обед.
Я бы дунула стрелой в город детства голубой. Но вот беда, билетов нет, билетов нет. De Cherville que je rêvais, dans le jardin que je marchais. New York, Moscou, Berlin, Paris, Ростов. Но, любимый город мой, мой amour, Ленинград ваш голубой. Oh, que je l'adore. Bonjour, mon cher charmant chanson. Adieu. Merci. Hello. My early dim, let me take my music stem. Bobby, 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 Bobby. Hello, Dolly. Беда, беда, голубые города, но билетов это плува, вери плува. Следов на асфальте городов их оставит Андрюша Петров. Виктор Чистяков был частым гостем передачи «Доброе утро». Мне, как ведущей этой передачи, хочется напомнить вам некоторые записи его выступлений из нашей фонотеки. Польская певица Анна Герман поздравляет радиослушателей с Новым годом. Чим в кругу вредики танчуються, за ним швид перший промінь, ручі смугом нещани, нех ластулям в рамена порфи уже п'яні. Чем сильнее
поздравлении популярной французской певицы Мирей Матье. Se terminait le vent, je m'en allais, mon pion restait. Orchestre allait jouer l'entour des lumières. Quand je t'ai vu passer des jours Paris, верю, что и у вас любят старинный вальс. Держу пари, что опять буду я петь доброму. Мы привыкли видеть и слышать Виктора Чистякова во многих праздничных концертах. День милиции. Виктор Чистяков передает зрителям музыкальный привет от Сергея Яковлевича Лемешева. Девицу я песню пел не раз, а милиции петь хочу сейчас, буду петь о ней. Так растрогана, ах, милиция, очень строгая, выпьешь в день. Посвященный 50-летнему юбилею киностудии «Ленфильм». Я думаю, что вы без труда узнаете героев этих пародий. Я, как вы знаете, певица. Я пою. И я считаю, что у каждого певца есть своя песня. Так же, как у каждого сценариста свой сценарий. И вот именно такому кинодраматургу я посвящаю свою песню. Песня исполняется впервые. Ты
нашем городе вместе с нами на одной планете. Что-то пишет самый смелый, самый гордый, самый острый сценарист на свете. Я к нему за главной ролью думала, но в ответ услышала ответ. Это ты меня придумала, а меня на свете нет. Уже который раз смотрю я этот фильм и не перестаю восхищаться. Все в нем хорошо. И Вадим Медведев в роли Онегина, и Роман Тихомиров в роли режиссера, и Александр Пушкин в роли сценариста. Много поэтики, много эстетики, много косметики. Смотришь фильм, и хочется петь. Да, петь. Много прочла я романов, в них открывала я мир. Но из кумиров Роман Тихомиров самый любимый кумир. Пройдут года, забудется фильм. Не беда, но музыку вашу, мой милый Ромаша, буду я помнить всегда. Дорогие друзья и годы, 50 лет, это я понимаю, это немало, но это и немного, это среднее. Но лучше я о себе скажу. Я пою песни, русские песни, очень люблю песенку «Офелия» из кинокартины «Гамлет» Григория Козинцева. Грустная она такая, наша. Настенька Вертинская хорошо ее исполняет. Вот только голосочку бы ей побольше. Размаху. Честно говоря, я бы спела ее шибче. Много песен я спела, много видела стран, а теперь захотела на широкий экран. И без скромности ложной зычно требую я, хватит рейсов порой, прихватите меня. Ждет успех нас, черт.
партнером моим. Наша сборная по хоккею привозит с очередного чемпионата очередные золотые медали, и появляется новая музыкальная пародия. Артист цыганского театра «Румен» Николай Сличенко. Много есть тебе добрый синушки, ты милее мне. Эх, дзурилушки, седлаю коня, дышу я сирень коновальная, обниму в этот день. О, Ромела Шанел, нету вратаря. Эх, проворнее, но милей мне все ж ля-ля черна. Иван Семенович Козловский, а вернее Виктор Чистяков, поздравляет телезрителей с Новым годом. Передачу «Доброе утро». Вот еще три записи из нашей фонотеки. Майя Кристалинская. Я сижу,
вагон облака. По приезде я вам опишу, а пока грею руки в своем полушу. Захочу белым аистом вдруг обернусь, улечу, поброжу по Москве и вернусь. Адрес мой не сменю я до самых седей. Устели главпочта да востре кристалли. Ольга Воронец. Колокольчик, сколько страсти и огня получилось, между прочим, эта песня у меня. Колокольчик рассыпается звеня. Берлин, 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 колокольчик, а не голос у меня. Владимир Трошин. Когда-то в драме выступал, я играл злодеев и героев. Микрофон потом я в руки взял, и с тех пор не знаю я покоя. И лечу я зрителям навстречу на такси, в упряжке, в самолете. Тишина и подмосковный вечер, верные друзья в моем полете. Нет, не может молчать, громко бьется опять сердце Трошина в каждом куплете. В песнях я и шахтер, и спецкор, и дублер, как хозяин иду по планете. Если правду сказать, надо мне изучать посерьезней профессии эти. Любителям эстрады, возможно, знаком концертный номер из программы Московского мюзик-холла «Поющая кукла-цыганка». Но немногие знают, что поет за цыганку Виктор Чистяков. Я ехала домой, я думала о вас. Тревожена мысль моя и путалась, и вас. Где-то падала моя
слеза из глаз. Ах, если б никогда я вновь не просыпала. Я ехала куда же я ехала-то? А? Значит, домой ехала я. А зачем? Зачем я ехала домой? А вот дуэт из популярного французского фильма «Шербурские зонтики». Роли главных героев и переводчика исполняет Виктор Чистяков. Je veux tellement peur de ne pas te trouver, je suis sûre d'être avec toi. О, мой милый, ты не забыл, что мы приглашены за круглый стол доброго утра? Je ne pourrai pas, le papa même voudrait. К сожалению, дорогая, поехать туда не могу. Je te cacherai, je te garderai. Но ведь тебя будут ждать, соберется интересная компания. Вестник, Плят, Вицин. Mais mon amour, ne nous quittons pas. Увы, но у меня ночная шефская съемка. Жан Габен, Фернандель, Мирей Матье. Да, чуть не забыла тебе сказать, у нас скоро будут дети. Я помню, Сиси и Мими, ведь так мы назовем наших малюток. La fin, конец.